Глава города Твери Алексей Огоньков провел выездное совещание на Бурашевском путепроводе, где уже укладывают нижний выравнивающий слой асфальта. Тему продолжит наш корреспондент. В завершающую фазу вступает уже вся работа на нашем мосту, который весь город ожидает. Поэтому хотелось бы сверить часы. Мы должны сделать все качественно и в целом получить объект. Капитальный ремонт Бурашевского путепровода идет полным ходом. Бетонные работы подрядчик планирует завершить уже на этой неделе. Кроме того, заканчивается установка колеса отбойника. И самое главное, началась укладка дорожного покрытия. Это нижний выравнивающий слой, а верхний будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальта бетона. Кроме этого, значит, монтаж пешеходного ограждения, которое будет отделять откосы от пешеходного тротуара. Работы выполняются в том графике, который установлен для подрядчиков на сегодняшний день. Проблемных вопросов на данный момент мы не видим. Параллельно на Крупском мосту меняют бетонные опоры освещения на металлические, оснащенные новым светотехническим оборудованием. На сегодняшний день работы выполнены по правой стороне, часть опор установлена. Порядка 20 закладных сделано, то есть до 10 числа правая сторона будет полностью подготовлена к включению. Объект будет вводиться поэтапно. Планируется, что сначала полностью в асфальте выполнят правую сторону моста. Тогда по ней пустят движение транспорта. Контроль за ходом работ на Бурашевском путепроводе осуществляется в постоянном режиме.